Предлагаем вашему вниманию авторскую программу Салтанат Ермековой «Казахский жирау». Микрофона автор. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл наших передач о казахских жирау, сказителях, традиционных певцах. В прошлой нашей передаче мы говорили о том, что все казахские жирау, традиционные певцы, занимались мистической деятельностью, и одним из непреложных условий этого является метод познания окружающей действительности – фикр, а также религиозной медитации – зикр. Универсальный метод правильного мышления был заложен еще в древности и широко использовался в традиционном искусстве. Познание окружающего мира было естественной потребностью осознать себя. Для древних тюрков, а также для всех древних людей, это было своего рода маниакальной идеей. Человек познавал мир, чтобы утвердиться в нем. Он утверждал себя в этом мире не только с помощью мышления, но и посредством всех своих познавательных способностей, которые связаны с признанием сверхъестественного мирового начала и выражалось в эмоционально-образной форме. Традиционные певцы истолковывали познание как активный процесс восприятия внешнего мира, действующего на органы чувств человека. Бог трактуется ими как надмировое начало, которое существует до природы и творит ее из ничего. По представлению древнего человека, а позднее всех мистиков, все в этом мире было создано из одной души. То есть мировой разум, пронизывающий весь мир, является природой всеобъемлющего тела мира. Таким образом, душа человека есть часть мировой разумной души. При этом, можно полагать, главным было не столько установление различия, сколько осознание тождества человека и мира во всех проявлениях последнего. Нурым жырау. Жасаған ие жаббарым жайшылықпен жүргізгей, мүмкір нәңкір келгенде ақ жауабын бергізгей, бір жаннан жанды туғызған, өлімге жанды қиғызған, құдіретті күшті құдайым 18 мың ғаламды бір тарының қауызына құдіретімен сиғызған. Мы великий Господь, который создал нас не для покоя, ведь придет ангел смерти Мункир Нанкир за ответом. Господь, создавший нас из одной души, предначертавший для нас всех кончину. Могущественный мой Господь, вместивший в одну крупицу 18 тысяч мирозданий. Традиционные певцы верили в абсолютное пространство, абсолютное время и признавали множественность миров. Посланный Творцом разум внушает душе, плененной материи, стремление к освобождению и путь к этому – познание. Каждый народ, в силу установившихся исторических и бытовых условий, использовал свой принцип развития интеллекта. Одним из возможных и удобных условий для кочевого общества было устно-поэтическое и музыкальное творчество, в отличие от живописи и эпистолярного жанра. В силу этих условий появилась необходимость научить ученика, своего ребенка развивать интеллектуальные способности именно этим способом. Благодаря появлению института наставничества было возможно возникновение уникального искусства айтыса между степными поэтами. Подобные диалоги были известны многим мистическим учениям древности. Философский диалог впервые получил распространение в мемуарной литературе о Будде и Сократе. В буддийской литературе философских бесед еще включен в повествовательный текст «Беседа наставника с учеником преподносится как откровение истины». Учитель авторитарно излагает доктрину, слушатель внимает ему и выражает свое согласие. В классической Греции IV века до нашей эры философский диалог впервые стал самостоятельным жанром с присущим ему недогматическим способом разъяснения философской мысли. Поддерживая мнение этнографа Едыгет Турсунова о том, что тип акыны и развившегося на этой основе жанр каим айтыса
которому автор приписывал более древнее происхождение, чем жанр бадика и жар-жар, хотелось бы добавить, что все вышеуказанные типы аэтисов, прежде всего, основывались на первичном знании мистического развития мира и передаче этого знания следующему поколению. То, что древний человек ставил перед собой задачу развития интеллектуальных способностей как один из основных методов постижения истины, говорят огромное количество пословиц, поговорок и загадок, которые сочинялись именно в связи с вышеуказанной целью. Вот что об этом писал Тайлор. Чтобы составлять их загадки, необходимо хорошо владеть способностью отвлеченного сравнения. Кроме того, нужен необходимый запас знаний, чтобы этот процесс стал общедоступным и из серьезного перешел в игру. То же самое касается и жанра аэтиса. От высокого магического искусства он приобрел более бытовые формы. К примеру, в Древнем Китае существовала мистическая школа Минзя. Минзя по-китайски буквально «школа имен». Одна из шести философских школ Древнего Китая, называемая также школой логиков, софистов и диалектиков, спорщиков, занимались проблемами связи имен, мин и действительности. Представители Минзя славились умением спорить, прибегая при этом к помощи парадоксальных утверждений. Древний человек, который в исконе был богобоязненным, понимал, что человек обладает способностью мыслить и, главное, ставил перед собой цель развития ума. Понимание истины как соответствие знания вещам восходит, как отмечалось выше, к мыслителям древности, в частности, к Сократу, Платону, Аристотелю. Важнейшей заслугой Сократа в истории философии состояла в том, что в его практике диалог сделался основным методом нахождения истины. Истина – внутренне противоречивый процесс, связанный с постоянным преодолением заблуждений. Это не склад готовых и исчерпывающих ответов, а процесс их достижения, движение от знания ограниченного, приблизительного, ко все более всеобщему, глубокому и точному. В связи с этим диалог и связь с учителем была просто необходима, если учесть, что основной целью мистического учения является принцип борьбы с собой или со своим эго, негативным началом, навсом. И жить из себя вышеуказанный негатив является приоритетным моментом духовного пути. Он, то есть ученик, должен был со спокойствием вытерпеть колкости учителя, а если сможет, ответить ему в должной форме. Благодаря именно такому началу стало возможным развитие жанра аэтиса, который впоследствии принял черты гротескного реализма. Вышеуказанный жанр аэтиса обучения останется, разовьется и перейдет в форму аэтиса благословения. Вопросы учителя ученику задавались в эзотерической форме. К примеру, когда Кашаган давал Батану Рыму, он спросил его: «Удрегеле хава анадан ханша заман уттарадан, дуниенің басыне ден жаралған, жермен аспан буне зат, мақлық қалай дараған, адам лауқы ғаламше». «Колько воды утекло со времен матери нашей Евы? Из чего произошла Вселенная? Что такое земля и небо? Как произошло все живое? Из чего все произошло? Человек, Вселенная и космос?» Или еще: «Еке ужансыз ека арам бешке кмет паратн? Двое без души, двое нечистые. Кто попадет в рай?» Многие вообще изъяснялись знаками. К примеру, Малай Саре, давая бата сырому батыру, то есть благословение, ткнул его пальцем и постучал по голове, на что сырым показал ему язык. Что означало: «Откуда все напасти?» Ответ: «От языка». Следует отметить, что некоторые беседы, во всей вероятности, велись в сопровождении музыкального инструмента, в данном случае домбры, если учесть, что первое появление ее датируется 5 веком до нашей эры. Немаловажный фактор, который следует оговорить. Как отмечал Едыгедар Егулович Турсунов, о древности типа акына свидетельствует и существование представления о снисхождении акынского дара по воле сверхъестественных сил. Например, в народе существует представление о том, что у каждого акына имеется дух-покровитель, являющийся ему в виде льва, сивого волка, сизой утки и прочее, видимый лишь его взор. Подобная точка зрения характеризует не только древность акынского искусства, а прежде всего то, что традиционные певцы и исполнители тоже занимались мистической деятельностью. Вышеуказанные видения обычно появляются у мистиков после акта трансмутации, то есть фанафиляха.
Для этого ученику необходимо иметь учителя, который научит его вышеуказанному методу. Так как трансмутация – явление очень сложное в психоматическом плане, то специальный метод поможет ему контролировать свою психику и одновременно находиться в двух мирах. Таким образом, первым непреложным правилом характеристики отношения личности к мистическому учению является наличие пира, шейха, наставника, покровителя. В нашем распоряжении достаточно большое количество примеров, свидетельствующих о наличии учителей у степных сказителей. Хамбар Батыр – героический эпос. Жақсылар дастан бастайын әуелі Алла сиынып, екінші кәміл пірме құлап тұрып тыңдаған. Начну повествование, уважаемый, обратившись вначале к Аллаху, а затем к своему пиру, который внимательно слушает меня. Асан қайғы. Бұл заманда не ғарып, мүрітін тауып алмаса азғын болса пыр ғарып. Что вызывает сожаление, тиран пир, который не нашел себе мюридов. Речь идет о лжесуфиях, о которых будет сказано ниже. Мұрат Мөңкеұлы. Бес алты ауыз сөйлейін, болса жәрдем пірімнен. Пірден жәрдем болмаса, не болсын бізде білімнен. Скажу несколько слов, если будет поддержка от моего пира. А если не поддержит пир, какой толк от полученного знания? Қастуған. Ойыл да қиыл жем сағыз, қайран салаң жатқан аңғарай. Ақ шалмалы пірлердің мешітке жаққан шамдарай. Ойыл қиыл жем сағыз родные места. О пиры в белых чалмах, зажигающие свет в мечетях. Базар жырау. Әуелі базар атандым 16 деген жасымда, байкөкшенің асында, содан бері келемін сыпайының қасында. Назвали меня базаром в 16 лет на поминках байкөкше. С тех самых пор нахожусь я рядом со смиренным. Иманын тлеп жүгіріп, хақ дегенде еңіреніп, ғайып елен қырқ шілтен, шылауында екен олардың жұмыла әулие күңіреніп. Прося у Бога усиления веры, рыдая на пути истины, 40 шельтенов святых, охраняющие их, плачут в покаянии святые. Нұрым жырау. Топырағы бұйырған ішнен ғайтты халқының Маңғыстауда көп шайқы ондағай сүйген пақырын. Земля Маңғыстау, на которой жили множество шейхов, любимые народом. Далее. Сиындым шайқы баршаға Қожаназар балдамен, хақтың ісі қалай деп көңілді басып, зарлаған. Пошел по стопам шейхов Кожаназара и Балда, познав пути истины, рыдал на пути к ней. Сүгір жырау. Сөйледім 15-де күндей болып, ашылған Меккедегі айдындей болып, ғалымнан сұпы ғази білім алдым, құлпырған сахабада гүлдей болып. Словно солнце заговорил я в 15 лет, словно истина, раскрывшаяся в Мекке. Учился у истинных суфиев, как цветущий сподвижник. Шалақын. Шешен сол сөйлер сөзден қамалмаса, жақсы сол істер ісін тамамдаса, апу күпі дегенмен әулей емес, күнәсі күн үстіне жамалмаса, жаман сол жақсы сөзді ұғалмаса, ғалым болмас ұстаздан тұғалмаса, молла есімін алған жан толып жатыр, не керек ғалым бойға жұғалмаса. Оратор не убежит от слова, достойно доведет дело до конца. Ложные вздохи не есть святость, когда полно грехов. Плохой тот, кто не понимает добрых слов. Не называйся знатоком, если учитель не дал заклинания. Много тех, кто считает себя муллами. Какой толк от такого знания? Смысл слов «галм болмас устаздан дугалмаса» «не называйся знатоком, если учитель не дал заклинания» или «дуга» означает получить специальные задания, заклинания от учителя, которые называют или дуга, или вазифа. Дулатахан. Ниже следующие строки высказаны в виде покаяния. Алал сопу менеме спырдын сөзін тутынған, саудагер сарттай қайтты өмір құмар ойнап ұтылған. Не могу назвать себя достойным суфием, хоть и учился у пира. Прошла жизнь, как у сартов, торговли и безделье. Следующий
Следует отметить, что духовный путь, по которому учитель направит ученика, ставит целью развитие творческих способностей как наиболее необходимого момента обучения. Владение инструментом, умение слагать стихи будет входить в обучение и станет одним из способов достижения высокой духовной цели. Поначалу ученик будет подражать учителю, другим маститым исполнителям, но настоящего воплощения он получит гораздо позже, когда наступит состояние озарения или религиозного транса в анафилях. Вышеуказанные примеры из героических сказаний Баттерладжера свидетельствуют также о том, что и казахские батыры обладали свойством нестандартного мышления. Прежде чем перейти к характеристике вышеуказанных качеств, следует оговорить моменты становления рыцарских орденов в древности, магических союзов, их цели, задачи и причины деградации. Как отмечал этнограф Едыгет Улсунов, возникновение в казахском обществе салов и сера связано прежде всего с возникновением магических союзов в период классообразования. Эпоха классообразования – это трансформация первобытной идеологии, которая должна была пройти определенный путь развития. Необходимость рождения новой идеологии, а вместе с тем нового подхода в социально-политической сфере предопределил кризис прежней структуры, которая основывалась на родовом единстве и кровном родстве. Первое естественное побуждение человека, стремление к самосохранению, в силу разумной природы человека, привело к развитию военных отрядов, как говорил Едыгет Улсунов, с целью самозащиты или нападения на врага. Для военных нужд использовалось и древнее оружие первобытных охотников – магия. Впоследствии ритуальные и тайные общества, военные союзы, будут подвержены деградации в силу зарождающегося классового общества и новой государственности. Подобные тайные союзы вырождались в террор над непосвященными с целью получения нетрудовых доходов членами союза, все более превращавшимися в паразитирующую группу. В силу естественной потребности в дальнейшем к выживанию и самосохранению, вновь зародившееся государство, его аристократическая верхушка невольно искали пути к самозащите. Необходимость возрождения охраны устоев государства и его дальнейшего расширения границ обусловила в дальнейшем появление новых рыцарских кланов на основе прежних тайных союзов с новыми потребностями и нравственно-этическими принципами. Зародившиеся новые государственные взаимоотношения и, в первую очередь, его нравственный потенциал, в лице которого выступали прежде всего сказители, маги, чародеи, не смогли бы смириться с вырождающими этическими принципами прежних тайных военных союзов, тем более, что государство нуждалось в надежной защите. Необходимо было внесение новых этико-религиозных норм, которые явились в степь в связи с появлением здесь исламской идеологии в лице мистицизма, которому предшествовали долгие тысячелетия поиска и духовного развития. Следует отметить, что добровольное принятие новой идеологии было связано именно с аспектом поиска нового и неудовлетворением прежнего. Предлагаем вашему вниманию отрывок «Терме Абыла» в исполнении Елдоса Емеля. Жан беріп күнәһарды тірілтіп ап, тарттырар күр азабын отқа салып. Әріпте 29 келеді бей, көреді иманды құл көреді сый. Қылығы бұл дүнияда жаққандар ғай сайланар сегіз мақышы дөней. Әріпте 29 келеді сый, ой, көңілді беріп қаққа нәпсіңді тый. Құдайдан шыны менен қорықсаңыз, таста да қарам нәпс аядалдан жий. Әріпте 29 келеді тый. Тәк түтіп киіміңді тазадан кий, Алланың ақ бұйрығы келген күні еркіңмен мойныңды ұсын жаныңды қый. Әріпте 29 келеді жұм, малынан зекет бермес кей жамансын. Зекетін көзі қойып бермеген мен көзіне өлсе толар топырақ күн. Әріпте 29 келеді хай, жаманға жанап кетсең салар айқай. Шайтанның мейманасы тазымасын, жақсыны қан көтершіден қынасай. Әріпте 29 келеді қый, озады ошағына тер төккен үй. Ас ішкен бір қазаннан бір қауым жан,
меймансың бір-біріңе көрсетші сыйы. Өй әріпті 29 келеді дал, қалымға көпті білген құлағың сал. 90 қалым сөзім бойға жиып, ақылдан жұтамайтын құрадың мал. Әріпті 29 келеді зал, еңді жан бітірген жадың ал. Шыбының сені тастап кетер шақтай, қалмайды ара тұрып жинаған мал. Өй әріпті 29 келедіре, жүреді жілеп жебе бердің пірі. Тірлікте Алла деген ақ бенденің жанында өлгін кезде қалмас кірі. Әріпті 29 келедізе, мұсылман көңіл тазартының түзі. Ой сұраушы көршіне келген кезде қақпайды күнен үшіндіріл тізе. Әріпті 29 келедісін, өткіл салдар яға болса күшін. Кеудің даялла сонда қоныс қылып, кейінге үлгі болып қаладысың. Әріпті 29 келедісін, азамат еңбек етші ай елің үшін. Қарындас ораз ұстай, намаз оқы жаныңның тазалығы дінің үшін. Әріпті 29 келеді зат, адамға өлсі дайым болады зат. Жақсылық жамандықтың арасындай, періште екі інде жазады хат. Әріпті 29 келеді зат, кебіні нәрестенің жалан қабат. Тірлікте тілім безеп жүргендерден, сұрасаң бер алмайдай жауап қымбат. Әріпті 29, өй әріпті 29 келеді тай. Сүйекте өлсең тұрмас етпенен май, шірейді ау тәнің қаның ал жан қайда. Күнәмдің өй артық айтсам, кешір құдай ау. Өй әріпті 29 келеді зай, көрінді иманды жан жатады жай. Қылығы бұл дүнияда жаққан қылдың жанында, о дүнияда иман қабай. Әріпті 29 келер айын, сыйламас жаман қатын келген байын. Абалап ел көзінде шаптығады, өлтіріп мың сан рет өлген сайын. Әріпті 29 келер айын, хор қызы имандыға болар дайын. Әйелге бұл дүнияда ерін күткен, төрінен сегіз жұмақтың қылар жайын. Әріпті 29 келеді пи, пенділер ізетпенен иманды жи. Жетімнің жұлып тартып аузынын, боқтықты дүния деп жиғанды тый. Әріпті 29 келеді қап, тірінің о дүниеге бармағы хақ. Жүрегі адал жан қаяр алдында, болады мақшар күн аялласы жақ. Әріпті 29 келеді кеп, жүреді періштелер қамыңды жеп. Жаратқан бар әлемді құдіретке, табыншы қасиетке бір Алла деп. Өй әріпті 29 келеді ләм, тәніңде қонақтаған бір жығын жан. Түңілме отқа түссең, суға батсаң, сол кезде сен жағындай хақ жаратқан. Әріпті 29 келеді мейім, түзі өз бір Аллаға қылар зиың. Қаріппен қасерлерге көмек берсең, жұмақтың төрі болар тіккен үйің. Әріпті 29 келеді нұн, Алланың әміріне мойныңдысын. Күнәлісі жаман ақыретте жаман дейді ай. Сөзі сені алдан мәңгілік түн. Әріпті 29 келеді хей, қылады дауды төртеу бұл секіби. Туған деп тура жолдан тайып кетсең, төгіңнен таңда мақшары қазылар құй. Өй әріпті 29, әріпті 29 келеді уау. Сол күнде жетімшең өзіңе жау. Қылығың бұл дүнияда жақпас егер, қимылдап аузы басын қылады дау. Әріпті 29 ілемәліп, тірлікті жан сәулесі қылады анық. Адасқан қайманаға жөн сөзіңді айт, тұрғандай қара түнді шырақ жағып. Әріпті 29 келеді яй, күтеді сегіз жұмақтан жаратқан жай. Ақылға шарафатқа бейіл берсең, әй иманды осы әріптер таратқандай. На этом я прощаюсь с вами. Передачу готовили саунд-дизайнер Ахансера Уалиханова и этномузыковед Султанат Ермекова. Если вы хотите прикоснуться к своим корням, прекрасным балладам степных сказителей, слушайте передачу Султанат Ермековой «Казахские жрау». Каждую субботу 22:05.